Всем привет, ребят! Короче, нежданный видос. Ролю я для Фобоса чарки. То есть я выбиваю ему чарки. И, честно говоря, я только что офигел. Просто офигел. Почему, я сейчас вам покажу. Ну, это просто жесть. Это уже реально жесть. То, что я нашел. Посмотрите внимательно. Здесь у нас идут статы. Это просто аут. Добавляются статы, и мы вчера общались с вами по поводу единички, что такое плюс один. И знаете, мы так как-то, ну, плюс один, так плюс один, там, что это такое, непонятно. И тут я начинаю ролить у себя здесь чарки, после того, как я вам сделал обзорчик, все дела, на максималке, делаю его на деф. И начинаю листать. Выбиваю чарку. Давайте так. Выбиваю чарку. Иду там по героям. Смотрю, что там по героям есть, да? Ну вот, вроде все нормально. Там два. Вот двоечка есть. Дальше у нас идет вот так. И сейчас вы просто офигеете. Я тоже от этого реально офигел. У нас, ребята... Добавляется левел в чарках. Это новый левел чар. Это просто аут. Сейчас вы это увидите, сами офигеете. Вот. Это просто жесть. Что вы на это скажете? Вот что вы можете на это сказать? Можно плюс 2 левела к чарке добавить. Это просто жесть. А знаете все почему? У нас здесь 3-4 собрано. У меня собран бонус. А у меня на Купидоне стоят все созвездия. Давайте попробуем за 3 сторонние. Ну вряд ли мы пятерку достанем. У меня на Купидоне просто собраны все пятерки. В итоге я получаю, если у вас одинаковые статы, вы получаете, ребят, автоматом плюс один левел. Если у вас будет еще плюс две вот этих, ну это, конечно, Unreal, вы еще получите плюс одну. А теперь самое интересное. Смотрите. У нас идут усиления. Причем усиления, как видите, самого... То есть плюс 500. Ну это просто жесть. Вот что вы на это скажете? Сейчас мы с вами просто посмотрим на примере. Я ж могу менять, то есть плюс 1, да? Я могу поставить сюда пиромага. Мы сейчас попробуем паролить такие чары. Обычные. Вот 20. Обычная 25, 560. Здесь она будет давать 35 шанс. 640. Обалдеть. Эту ставим сюда. И вуаля! Что мы имеем? Мы имеем сразу же 5-5. Даже если у вас 4-5 плюс 1, у вас получается 5-5. Капец. Я даже не знаю, что на это сказать. Вот это, конечно, полная жесть. Вот это вот полная фигня, я считаю. То есть, таким образом, если у вас наролены 5 созвездий одного типа, у вас будет автоматически плюс 1 левел к чарке, ребят. То есть это жесть. Это новая прокачка чар. Мы думали, ну, никто вчера там все гадали, что и как. Это просто капец. То есть надо на героях ролить 5 одинаковых созвездий. И тогда вы сможете нормально левел поднять. Но я ищу тут дефный вариант, поэтому сейчас мы посмотрим с вами некоторые улучшения для некоторых героев. Вот, допустим, раз, кинули, и у вас топовое это. Капец. Повлияет ли оно сильно на баланс? Не знаю. Думаю, что да. Мы что-то как-то... А может, подождите, здесь же можно в героя нажать так... А, вот оно все есть. Зачем нам ролить?
Поехали, короче, смотрим, ребят. Пятый уровень. 56%, 60% жизни и 8%, 7%, 70% и 10% от хила. Здесь у нас получается 40, 100, 48, 55 и 180. Нифига себе! 180, ребят, это просто какая-то жесть. Этих мы не будем смотреть, смотрим доспех. Это просто аут. Я вчера как-то в обнове этого не заметил, но это новый левел, ребят, новый левел чарок. Капец. Вот это да, вот это донатная хрень. Шестой. Я офигею. 45%, 35%, наносит 140. Офигеть. Вот это тоже классная вещь будет, я думаю. 40-50%. Офигеть. Переход. Передача энергии. 20. Плюс 50. Нифига себе на семерке. Плюс 50%. Офигеть. Оно недомогание. Все-таки две цели. Ну, тут просто увеличивается количество времени. Оля. 16%, тоже очень круто. Метеор. Да, это жесть, ребят. На семерку собрать, это, конечно, жесть. 40, 17... 55 и 20 отражалки. 20 отражалки, это тоже жесть полная. 50% отхил. Короче, не знаю. Вот этот новый левел чар, это просто жесть полная. Честно говоря, я даже не знаю, что говорить по этому поводу. Потому что напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но теперь получается, надо просто наролить 5 одинаковых пятых звезде, и будет вам счастье. То есть вы ролите здесь, у вас получается уже 6, и может здесь одна, если повезет, это вообще трэш будет полный. У вас будет собран, нет, это 6, 7, 8, вам надо 2, но это Unreal, конечно. Это, ну, нереальная тема, конечно, ее кто-то когда-то соберет, это, наверное, буду я, но я просто говорю, что оно не стоит того. Ну, как не стоит, оно того стоит. Левел повышается просто у героя бешено. То есть теперь созвездие — это самая, самая топовая тема получается. Почему? Потому что оно поднимает уровень вашей чары. То есть 5 созвездий плюс 1 левел. Точнее 6 плюс 1 левел. Сразу же автоматом. Если собираете все 8, там плюс 2 левела. Ну это, конечно, вытащить с той фигни, с тех карт даже там четверки, пятерки падают, но вытащить две одинаковых, ну вытащите вы в точности, они должны быть все одной масти, только тогда оно будет все работать. Но это, конечно, я не знаю, это, знаете, с одной стороны будут многие писать, вот опять донатная хрень. Я вам скажу так, что это даже для доната это, ну, нереальные, не то чтобы затраты, это просто бессмысленные затраты ради того бонуса, и так все упирается в потолок. И бессмысленные затраты, ну, то, что это там шанс такой маленький, что просто нереально. Поэтому, с одной стороны, не стоит насчет этого заморачиваться. С другой стороны, это просто полная жесть. Поэтому я даже не знаю, что делать. Ну, я, понятно, буду пробовать. У меня есть на английском сервере много самоцветов, много героев, у которых пятерки вырваны, буду пробовать со временем менять это все. Но опять же, это там даже тех 10 миллионов, которые есть на аккаунте, их по-любому не хватит, чтобы вытащить все восьмерки. Ну, 8, все 8 созвездий 5 левела. Я в этом больше чем уверен. То есть это надо мега такая удача, чтобы словить, допустим, там 8 уклонений. Это, ну, не то, что там есть герои, да, по 5 уклонений, по 6 уклонений, но еще 2 вытащить с этой там, где, ну, это Unreal какой-то. Вот так вот отлично.
В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Это просто трэш. Всем удачи, всем пока.